рада приветствовать всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня мы будем рассматривать мотив для туники. Узор двухсторонний, легкий. Итак, мы начинаем. Для начала вязания этого мотива нам надо набрать 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в первую петлю и соединительным столбиком замыкаем кольцо. Набираем 4 воздушные петли. Подъема. 2 воздушные петли по рисунку. Смотрите схему. И вывязываем 15 столбиков с двойным накидом. Кольцо. Входим в кольцо и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо и вывязываем столбик с двойным накидом. Тем самым, смотрите, мы спрятали ниточку. Прикладываем, ее не видно. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо. Вывязываем столбик двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо. Вывязываем столбик двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид. Входим в кольцо. Вывязываем столбик двойным накидом. Давайте посчитаем, сколько мы уже связали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в кольцо, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Входим в кольцо, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Входим в кольцо, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Двигаем, если у нас не помещается. Вывязываем столбик двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Входим в кольцо и вывязываем столбик двойным накидом. Давайте посчитаем. Первый столбик, где у нас были 4 петли подъема, мы не считаем. Пока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 воздушные. Нам надо связать 15 столбиков плюс 4 петли подъема считается столбиком. Мы связали первый ряд. Присоединяемся в четвертую петлю подъема соединительным столбиком. Первый ряд связан. Давайте посчитаем. Теперь все столбики посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков с двумя накидами. 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 петли по рисунку. Смотрите схему. Теперь заходим вот в эту арочку между 4 воздушными и столбиком. И вывязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные. 1
арочку пропускаем, заходим в следующую и вывязываем 6 столбиков с накидом, а между ними 1 воздушная. 1, 2, 1 воздушная, 3, 1 воздушная, 4, 1 воздушная, 5, 1 воздушная, 6, 2 воздушные. Одну арочку пропускаем, заходим в следующую и вывязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушные. И в ту же арочку второй столбик с накидом. Элемент связали в ряду 2 воздушные. Одну арочку пропускаем, заходим в следующую, вывязываем 6 столбиков с накидом, между ними 1 воздушная. 2, 1 воздушная, 3, 1 воздушная, 4, 1 воздушная, 5, 1 воздушная, 6. 2 воздушные, пропускаем одну арочку, заходим в следующую, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в ту же арочку еще один столбик с накидом, 2 воздушные, одну арочку пропускаем, заходим в следующую, вывязываем 6 столбиков с накидом, между ними 1 воздушная, 2, 3, 1 воздушная, 4, 1 воздушная, 5, 1 воздушная, 6, 2 воздушные. Пропускаем одну арочку, заходим в следующую, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные. И в ту же арочку еще один столбик с накидом, 2 воздушные. Пропускаем одну арочку, заходим в следующую, вывязываем 6 столбиков с накидом. Между ними 1 воздушная, 2 воздушная, 3, 1 воздушная, 4, 1 воздушная, 5, 1 воздушная, 6, 2 воздушные и присоединяемся в третью петлю подъема соединительным столбиком. Мы связали второй ряд. 3 петли подъема. Заходим в арочку вот сюда между тремя воздушными столбиком и вывязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные. И в ту же арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. 3 воздушные. Заходим в большой элемент, вот в этот, между столбиками. Вывязываем, присоединяемся соединительным столбиком, соединительным, вот так. 3 воздушные. Заходим в следующую арочку соединительным столбиком, 3 воздушные. В следующую арочку соединительным, 3 воздушные. В следующую арочку соединительным, 3 воздушные. В следующую арочку соединительным, 3 воздушные. Смотрите, на схеме должно получиться 4 гребешка. Теперь заходим, работаем вот с этим элементом из 2 столбиков. Заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные. И в ту же арочку 2 столбика с накидом. 3 воздушные.
Работаем с большим элементом. Заходим между столбиками, соединительным столбиком. 3 воздушные. Между столбиками заходим соединительной петлей. 3 воздушные. Присоединяемся соединительной петлей. 3 воздушные. Присоединяемся соединительной петлей. 3 воздушные. Присоединяемся. Вот между арочками заходим соединительным столбиком. 3 воздушные. У нас получилось 4 гребешка. 3 воздушные связали. Заходим в элемент из 2 столбиков. Вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные. И в ту же арочку 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные. Заходим в большой элемент между столбиками, присоединяемся соединительным столбиком. 3 воздушные соединительной петлей. Присоединяемся. 3 воздушные. Присоединяемся. 3 воздушные. Присоединяемся. 3 воздушные. Присоединяемся. 3 воздушные. Заходим в арочку из 2 столбиков, вывязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и в ту же арочку 2 столбика с накидом. Три воздушные. Заходим в большой элемент между столбиками, соединительным столбиком. Присоединяемся 3 воздушные соединительной петлей. 3 воздушные соединительной петлей. 3 воздушные соединительной петлей между столбиками. 3 воздушные соединительной петлей между столбиками. 3 воздушные. Мы связали. Мы дошли до конца ряда. 3 воздушные. И теперь присоединяемся в 3-ю петлю подъема соединительным столбиком. Мы связали еще один ряд. Теперь смотрите, как получается. Вот эти, где у нас были углы, 2 столбика, это у нас углы элемента. И вот у нас потихонечку образовался квадрат. Далее 3 воздушные. Работаем вот с этой арочкой. Заходим в столбик, вот в этот, и вывязываем столбик с накидом. Заходим под арочку, вывязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные, в ту же арочку 2 столбика с накидом. Заходим в макушку 2 столбиков, вот они у нас в макушке, и вывязываем столбики с накидом 1 и во вторую макушку 2. Таким образом у нас получается угол. 3 воздушные. Теперь нам из этих 4 арочек надо связать 3. 3 воздушные мы связали. Заходим под арочку соединительным столбиком. 3 воздушные. Следующую арочку 3 воздушные. Следующую арочку 3 воздушные. Следующую арочку 3 воздушные. И в последнюю арочку 3 воздушные.
Работаем с угловым элементом. Заходим в первый столбик, вывязываем столбик с накидом. Во второй заходим в столбик, вывязываем столбик с накидом. Заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. Второй столбик с накидом, 2 воздушные. Заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом. Вывязываем угол. Заходим в макушку столбиков. 1, 2. Мы связали угол. Три воздушные. Работаем с гребешками. Заходим в один гребешок соединительным. Три воздушные. Следующий гребешок соединительным столбиком. Три воздушные. Петля, столбик, как хотите назовите. Три воздушные. Заходим в арочку. Три воздушные. Работаем с угловым элементом. Заходим в первый столбик с накидом. Во второй столбик с накидом. Заходим в арочку. 2 столбика с накидом. 2 воздушные, вывязали угол. Заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. Заходим в макушку 1 столбика предыдущего ряда. И второй вывязываем столбик. Столбик в столбик. Угол связали. Три воздушные. Работаем с гребешками. Заходим в первый соединительной петлей. 3 воздушные. Во второй соединительной петлей 3 воздушные. В третий соединительной петлей 3 воздушные. Четвертый соединительной петлей 3 воздушные. Заходим в угловой элемент. В первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Заходим в арочку. 2 столбика с накидом. 2 воздушные. И в ту же арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. Вывязываем столбик в столбик. Вот здесь у нас 2 столбика с накидом. 1. 2. Вывязали угол. Был круглый, стал квадратный элемент. 3 воздушные. Работаем с гребешками. Заходим в первый соединительный петлей 3 воздушные. Во второй 3 воздушные. Третий, 3 воздушные, в четвертый, 3 воздушные. Присоединяемся в третью петлю подъема соединительной петлей. Ряд связали. 3 воздушные петли подъема. Теперь мы обвязываем вот эти 3 столбика. Заходим в макушку и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим под арочку, вывязываем 2 столбика с накидом, вывязываем угол, 2 воздушные, в ту же арочку 2 столбика с накидом, 1, 2. У нас здесь 4 столбика, вот провязываем их, 4 столбика с накидом, 1, 2, 3.
4. 3 воздушные. Вот такой угол у нас получается. Из 3 гребешков нам надо связать 2. В первый заходим соединительным столбиком 3 воздушные. Во второй соединительным столбиком 3 воздушные. И в третий соединительным столбиком 3 воздушные. Вот такой ананас. Теперь смотрите, у нас здесь угол 4 столбика с накидом, 2 воздушные, 4 столбики с накидом. Нам надо провязать 4 столбика с накидом, столбик в столбик. 1, 2, 3, 4. Заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом, угол вывязываем 2 воздушные и в ту же арочку 2 столбика с накидом, 1, 2. Далее мы провязываем 4 столбика с накидом, столбик в столбик, 1, 1. Все время считаем. 2. 3. Чтобы потом не распускать весь мотив. 4. Угол связали. После стирки, сушки, глажки, отпаривания будет красивый мотив. 3 воздушные петли. Заходим в 3 гребешка, провязываем из них 2 соединительной петлей. В первый присоединились 3 воздушные, следующий гребешок соединительной петлей, 3 воздушные, следующий соединительной петлей, 3 воздушные, вывязываем угол. Мы помним, да, 4 столбик столбика. 1, 2, 3, 4. Заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и в ту же арочку 2 столбика с накидом. Далее 4 столбика в столбик предыдущего ряда, 1, 2, 3, 4. Угол связали. 3 воздушные. Заходим в ананас. В первую арочку 3 воздушные. Соединительной петлей 3 воздушные. В арочку соединительной петлей 3 воздушные. И остался последний угол. Вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Заходим в арочку 2 столбика с накидом. 2 воздушные. И в ту же арочку 2 столбика с накидом. 4 столбика с накидом, столбик в столбик, 1, 2, 3, 4. Три стороны связали, 3 воздушные, заходим в ананас. Первую соединительным столбиком арочку 3 воздушные.
во вторую соединительным столбиком 3 воздушные, в третью арочку соединительным 3 воздушные. В начале ряда у нас было 3 воздушные петли. В третью присоединяемся соединительным столбиком. Ряд связали. Вяжем последний ряд этого элемента. 3 воздушные. Обвязываем все столбики в столбик, все 6 столбиков. 1, 2, у нас тут 5 получится. 3, 4, 5, потому что у нас было 3 петли подъема, он тоже считается столбиком. Заходим в арочку, 2 столбика с накидом. Теперь смотрите внимательно. Не 2 воздушные петли между ними, а 4. Вот так. В ту же арочку 2 столбика с накидом. Далее мы вяжем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушные. И довязываем наш ананас. Заходим в арочку соединительным столбиком. 3 воздушные. Следующую арочку соединительным столбиком. 3 воздушные. Ананас связали. Заходим в боковой элемент. Вывязываем 6 столбиков с накидом. Столбик в столбик. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом из одной арочки. Помним, что у нас угол здесь 4 воздушные петли. В ту же арочку 2 столбика с накидом. Далее мы вяжем 6 столбиков с накидом в столбик в столбик. Один, два, три, четыре, пять, шесть, 3 воздушные петли. Заходим в ананас, вывязываем соединительную петлю в арочку, 3 воздушные. Следующую арочку соединительной петлей присоединяемся. 3 воздушные. Ананас связан второй. Заходим 3 воздушные. Обвязываем 6 столбиков с накидом предыдущего ряда. 6 столбиками с накидом. 2, 3, 4. 5,
6. Заходим в арочку. 2 столбика с накидом. Помним, что у нас угол 4 воздушные петли. В ту же арочку 2 столбика с накидом. Далее 6 столбиков с накидом. Столбик, столбик. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Угол связали. Три воздушные. Ничего сложного в этом элементе нет. Ничего. Три связали. Заходим в ананас. Первую арочку соединительным столбиком. Три воздушные. Соединительным столбиком в арочку. Три воздушные. И вывязываем последний угол. Шесть столбиков с накидом. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть. Заходим в арочку. Два столбика с накидом. Четыре воздушные на угол. Два столбика с накидом. Один, два. Таким образом мы связали очень интересный, несложный мотив. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Описание в ссылке под видео. А пока-пока!